Армянская сторона не выполняет своих обязательств, поскольку это может вызвать значительные внутриполитические трудности и будет использована оппозицией, добивающейся отставки Пашиняна. Об этом «Взгляд АС» сказал политолог-международник Дмитрий Галкин. По его словам, Россия также не оказывает давления на армянские власти, принуждая их к выполнению взятых на себя обязательств, поскольку, с одной стороны, опасается дальнейшей дестабилизации в Армении. С другой стороны, Москва не хочет предоставлять Пашиняну возможность ссылаться на то, что военные формирования из Карабаха были выведены только после того, как этого потребовала Россия. В принципе, Россию устраивает нынешнее неустойчивое положение Пашиняна, которое открывает возможность для политической игры. Если к власти в Армении действительно придут радикальные силы или положение Пашиняна станет настолько прочным, что он сможет вывести военные формирования из Карабаха, не опасаясь усиления протестов, то Россия утратит пространство для маневра и вынуждена будет выбирать между открытым давлением на армянские власти и столь же открытым нарушением собственных обещаний. Москва хотела бы этого избежать, а потому она заинтересована в том, чтобы как можно дольше сохранялось состояние неопределенности. И с этой точки зрения заявление президента Азербайджана представляется важным политическим шагом. Оно свидетельствует о том, что Баку не собирается мириться с игрой Москвы и собирается жестко и последовательно проводить свою линию, направленную на закрепление успеха, достигнутого в военном конфликте, заявил политолог. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.